Всем привет, и в этом видео я покажу и расскажу, как слепить хаги-ваги из игры Playtime. Ну, вроде игра. Да, начинаю, конечно, с того, как ее я буду начинать слепить. Сначала давайте о самой фигурке. Делаю я сначала каркас из проволоки медной, хотя разницы вообще нету. Из какой делать? Ну, малейшая разница. Ну, ладно. Ну и, конечно же, заполняю это фольгой. Ну, а теперь сейчас об игре. Смотрите. Хаги-ваги я, честно, раньше не знал. Первый раз вижу и все такое. Просто я это увидел на просторах Ютуба. И пока, как я понимаю, то, что это игра. Ну, еще, как я понимаю, то, что есть такой фильм. Если я правильно понимаю, я сам этот фильм не видел. Даже точно не знаю, есть такой фильм или нет. Ну, я так думаю. Ну и вот. Сама игра или этот фильм, давайте пока буду говорить, игра. Называется Playtime. И эта игра вроде бы еще не вышла. Время поиграть. И там есть вот этот персонаж Хаги-Ваги. Вроде его так зовут. Ну и представляет он из себя какого-то, не знаю, какую-то синюю плюшевую игрушку вроде, которая, как я понимаю, опасна для игрока. Ну, вроде бы я все правильно говорю, а если что, подправляйте меня в комментариях. Ну и вот. И хотел обязательно сказать то, что в прошлом видосике набралось очень мало просмотров. Надеюсь, вы это исправите, если на этом видосике наберутся просмотры. Ну, расскажу об этом. Когда я лепил игра в кальмара, было очень много просмотров, да, они хорошо набирались. Но сейчас, когда я перестал лепить, просмотры как-то упали. Ну и подписчики тем же временем тоже. И вот, так что напишите в комментариях, лепить мне еще игра в кальмара или нет, кого лепить, а кого не надо. Я обязательно всех выслушаю. Ну и вот. О чем я еще могу поговорить? В принципе, ни о чем. Ладно, это шутка. Ну и вот. Я хотел с вами еще поговорить о том, хотите ли вы, когда вот, например, я показываю, как лепить, к примеру, чтобы я рассказывал какие-то свои истории с детства. Хотя я сейчас тоже в детстве. Ну ладно. Или истории со школы. Ну, у меня их очень много, ну, если хотите, напишите в комментариях, обязательно расскажу, покажу, хотя показывать не буду. Ну, ладно. Кстати, сейчас уже каникулы, так что видосики, наверное, будут почаще. Где-то примерно на 10 дней. О чем еще забыл сказать? То есть, не забыл сказать. Ну, короче, вроде все рассказал. Ну а сейчас о самой фигурке. Лепить я ее буду именно вот так вот. То есть я не буду вырезать вот такие какие-то вот, не знаю, стеком, какие-то там вот такие полосочки. Я просто буду вот делать каждую такую вот точно вот название, не знаю, ниточку что ли. Ну, шерсть, короче. Вот, похож на елочку. Конечно, я так говорю, как будто я пытался делать елочку. Ну ладно. Тело готово. Ну и ноги тем же временем. И сама платформа. Теперь обязательно надо сделать руки. Каркас сделан, а теперь делаем сами руки. Берем самую вкусную колбаску. Если что, я шучу. Делаем жгутик из пластилина. И, конечно же, вставляем его. Ну и делаем, конечно же, пальчики. И, кстати, у кого такое же чувство, как будто кто-то... Вот как будто вы уже видели этого персонажа Хаги-Ваги. Когда я его первый раз увидел, у меня было такое чувство, как будто я его где-то видел уже. Хотя, я думаю, это вряд ли. Ну, такое чувство, как будто это было уже давным-давно. Ну и, конечно же, руки тоже делаем вот такие вот, не знаю, мех, что ли. Я вот точно не понимаю.
Ну и часто я даже не знаю, о чем поговорить в ролике. Напишите в комментариях, что мне говорить, так как я частенько тоже смотрю свои ролики и понимаю, когда я часто молчу, зрителю становится как-то скучно смотреть и хочется побыстрее уже либо перемотать, либо уже выйти. Но из-за этого напишите в комментариях, что вам интересно. И то, что я вам говорил где-то 2 минуты назад, может быть, вам это тоже будет интересно. А точнее, послушать мои истории из жизни. Прикрепляем голову в форме сердечка. Буду крепить на пластилин. А то я раньше часто наклею, но сейчас я захотел как-то обойтись без клея. Сейчас я делаю его такой вот, не знаю, типа его какой-то бантик, что ли. Ну, сейчас увидите, о чем я говорю. Ну и наконец-таки я его закончил, и теперь самое крутое. Время покраски. Ну и вот, наверное, все, можно красить. Так, где-то я вот так сделаю больше меха. Ну, вроде все, можно начинать. Ну и вот я начинаю красить. Беру обычный синий цвет, просто ни с чем не добавляю. И начинаю красить полностью его. И потом надо подзадуматься, какого цвета будет платформа. Хотя я платформу часто делаю из того цвета, который у меня есть на палитре. А точнее, когда я крашу уже самого героя, остаются краски, и я их как бы ими крашу платформу. Сам бантик я сделал светло-синего, точнее голубого. А вот эти пальчики и на руках, и на ногах будут желтого такого цвета, желто-охра. Так как эта игрушка более для игры хоррор-игры, она будет у меня чуть-чуть запыленная, и в конце я добавлю кое-что красного. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, что мне еще слепить. Идеи заканчиваются, а лепить хочется. Ну, а губы я хочу сделать не как у всех. А точнее, я хочу их сделать вот такого вот светло-розового, а потом добавить очень светло-розового, а точнее, может быть, даже самого белого, как блики, а потом еще добавить темно-красного цвета. То есть тени и блики тоже буду добавлять. Ну а сейчас я делаю глаза. Вот они готовы. И сейчас это похоже на Херобрина из Майнкрафта. Ну и я говорю про глаза. И теперь его я закрашу сухой кисточкой. А точнее голубым таким цветом, чтобы не везде покрасилось. И получается вот такой вот прикольный цвет. Ну и то же самое повторяем на голове. Ну и в принципе все готово. Можно уже, наверное, делать те самые губы. Сначала добавляю темно-красный цвет. Ну и, конечно же, сами блики. А теперь, как я говорил, добавляем коричневый цвет. Это будет такая типа наподобие грязи. Ну и вот, в принципе, готово. Ну и сейчас обязательно мы делаем вторую руку. А точнее, ладонь. Как я помню, на той неделе у меня
Видео вышло только один раз. Да, я вам сразу говорю, это так получилось, то есть я не намекаю на то, что это будет всегда. График так и остается. Ну вот, добавил я где-то крови и добавил, конечно же, зрачки. Ну и надеюсь, вам понравилось и видео, и фигурка, и, наверное, вы попробуете дома сделать то же самое. Получилось очень круто, я прям очень рад за такой результат. Ну и до встречи, скоро увидимся. Ну и пишите в комментариях, что мне еще слепить. Ну и если вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Здесь подписки не хватает. Ну и, конечно же, лайк, если вам понравилось. Оп, он развернулся. Ну и всем удачи и всем пока.